Объем выданных кредитов за 9 месяцев 2016 года увеличился на 525 миллиардов тенге и составил 7,2 триллиона тенге. В докладе у министра национальной экономики эта цифра прозвучала за 8 месяцев. Вот окончательные данные за 9 месяцев такие, что 7,2 триллиона тенге выдано. При этом отмечается снижение ставок вознаграждения по выданным кредитам в тенге с 23,7% в январе этого года до 16,3% в сентябре этого года. В целом, ситуация на финансовом рынке остается стабильной. Доля неработающих займов по состоянию на 1 сентября 2016 года составила 8,4% от итогового судного портфеля банков. Национальным банком будет продолжена работа по обеспечению финансовой стабильности.